Всем привет, друзья! С вами канал Карелия, все о рыбалке и не только. Уехал я сегодня один на этой технике. Отличная техника. Смотрите, забереги уже немножко отходят. Вот здесь уже на берег не выехать. То есть сейчас вот ехал там и провалился. Ну, провалился, ну вот, ребята, он выходит. Не знаю как, но он вышел. У меня опыта нету, но он вышел на лед сам. Не знаю, может, это случайность, но у меня уже такое было, но я, правда, осенью передом провалился, назад остался. Выскочил. Сейчас то же самое. То есть я полностью провалился, но передом сразу никак, назад сдал его, выскочил. Рулем начинаешь работать и выскакиваешь. Случайность, скорее всего, может, нет, не знаю. Ладно, буду пробовать рыбачить. Мне просто надо было это место посмотреть. Что и как здесь. У нас вот еще зима, видите, во всем. Все, пробуем. Что-то будет интересно, покажу. С вами канал Карелия, все рыбалки и не только. Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. Самое интересное впереди. Ну что, друзья, переволновался. Я не знаю, как я экстрим снимаю, но я попал. Хотел выехать на берег, там есть ламбина лесная, и попробовать порыбачить там, потому что на озере никак. И не доезжая берега, я все-таки провалился. И глубина там небольшая, но колесо не цепляет дно. А лед еще такой, что снегоход не ломает его. Ногами пробовал ломать, ребят, тоже никак. Просто пипец, я весь выбился из сил. И вот решил все-таки не мучить технику из-за своей дури. Взял корыто, пойду пешком домой. Кое-как еще вышел, лед там, конечно, пипец, но пешком кое-как вышел. Одену вейдерс, сапоги, одену все и приду сюда обратно. Возьму лебедку и возьму аккумулятор, ребят. Попробую так только вытаскиваться, потому что, ну, неохота его мучить, и сам выбьюсь. Мне лучше время потерять, сходить. Выйду на берег, а потом я уже, конечно, посмотрю. Берегом я, скорее всего, где-нибудь проеду и выскочу на лед обратно. То есть лед-то крепкий, за береги воды много, она разлилась. И видите, я снегу, морозы, и я здесь не был, и я не понимаю, что за состояние льда. Ведь и провалился раз. Не хотел ехать, нет. Как черт меня тянул, вот надо вот там вот. Ловил я там просто окуней хороших. Ну что, все, как говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Все, пойду, потом покажу, что получилось, как засадил. А сейчас все, иду в путь, идти мне километра 3 с лишним. Ну ничего, прогуляюсь, что сделаешь. Все, вперед. Ну что, друзья, вот иду уже в обратную дорогу. Хотел до утра оставить, на следующий день. Не, может, и успею сегодня. Хотя уже время часа 3, наверное. Еще идти мне километра 2. Взял с собой вот аккумулятор еще запасной один. Так, лебедку. Лебедку, провода. И пешню еще взял. Ну и самое главное, вот, ребята, это сапоги вот эти вот норны. Видите, вот они. Это забродники. Это дышащие, это полиуретан. Нет, это поли. Короче, вот не промокают они сапоги, но все это дышит. Были бы у меня эти сапоги, может быть, я бы и так выбрался. Боялся я просто мять, ломать лед, потому что одной ногой много не наломаешь, а двумя ухнешь, сырому тоже копошиться там. Там хоть и воды, но выше колена. Но сырому тоже много не наработаешь. Не знаю, посмотрю, попробую залебедиться. Там есть за что зацепиться. Мне выбраться бы на берег. Это первое. Ну, а потом будет проблема выбраться с берега обратно на лед. Посмотрим, что получится. Так что смотрите, рыбалки не получилось, приключение. Ну что, идем, болтать можно. Надо идти, еще двушка. Тяжелый. Вот он сюда шел, корыто пустое, нормально. Ну, назад-то.
тяжеловато. Ну что, друзья, я не знаю, как этот нужный контент снимают. Я вот пришел уже давненько. Вот смотрите, уже одну веревку я, то есть одну размотку я уже сделал. То есть подтянулся. Смотрите, что получается. Он все равно валится. Что здесь лед совсем слабый. Сейчас покажу вам, как я это делаю. Ну, хожу вот в этих штанах, вот видите, штаны, но еще ни разу не провалился. Потому что вот если так ездить, надо вот такие штаны и лебедку с собой. Все. То есть пока получается. Вот он, видите, сейчас покажу, он там поднялся, тут все хрустит. Размотку поднял. Сейчас вот. Вот видите, он все равно зависает, тонет. Сейчас главное туда залезть еще. Вот ты твою за ногу. А, видите как? То есть я его и завожу. Вон он. Передний он поднимается, задний у него валит. Вот сейчас вот он так вот у меня. Ну посмотрим, что. Сейчас еще раз заведусь. Пробую включить камеру. Не знаю, будет ли видно. Но мне, ребят, я не знаю, как снимают такой контент. Мне вот сейчас одна задача — вылезти. Я все делал к вечеру, пока дотопал, пока все. Не знаю, включу, что будет видно, то будет. Вылазим дальше. Третий раз привязываюсь, мельче не становится, блин. Ну уже помельче. Эти не мелко.
А, все равно ему не хватает. Ну, не хватает. Его этот лед не держит, а до земли не хватает, чтобы он просто подламывал, там шел, какие-то колеса его толкали. Вот поэтому такая штука. Он даже лебедка где-то, вот вы видели, залазит, а что толку, его не держит. Ладно, пробуем еще раз. Смотрите, как колесо подгибает. То есть он уже, вот ему не хватает, вот был бы или лед потолще, или вообще мягкий. Он бы ломал и ехал. Все, он уже стоит на этом самом, в принципе, на земле. Что сделать еще? Ладно, еще разок сделаю, чтобы ему не мучить его. Посмотрим, еще раз перевяжусь. Вот такую дорогу я захреначил. Все, вылазим дальше. Ну что, попробую самому вылезти. Веревку с мота опять разматываю. Но это не буду. Я, наверное, знаете, что сделаю сейчас. Я сейчас веревку эту туда дотяну, лебедку подмотаю, попробую без лебедки. Вот до туда доехать. Если доеду, значит все. Там сматываюсь и нахрен. Ладно, пробую. Вот такое болото я попал. Вот что такое дурная голова. Ладно, дальше. Теперь еще как выехать обратно на лед. Вот это будет проблема. Ну что, пробуй без лебедки.
Ну все. Ну что, ладно. Сматываю веревку, попробую. Наверное, маленько вариатор подмочил. Ладно, посмотрим. Выскочу, значит, выскочу. Вот видите, проблема. Мне нигде не выскочить. Валюсь прям вообще пипец. Тут северная сторона, снега много. И сразу вода подмыла. Вода пришла. Все, вон воды. Я только сюда сунусь и все сразу сяду. И вон там и то. Так, сейчас тут надо разворачиваться. И вываливаться отсюда обратно. Вон тут что. И вываливаться краем-краем. И уходить. Больше я тут ничего не вижу. Потому что это я только тут все загублю. Больше ничего я тут не сделаю. Вон, видите, там как заваливался. Надо по кругу пробовать. Выезжать, пробовать по кругу. Где-то смотреть небо. Надо вот туда, до того бугра. Как-то выскочить. А с бугра вот там попробовать выехать. Все, ребята. Вау! Я это сделал. Я выехал на лед вот через лес. Вот там мы сидели. Вот там я рыбачил. Вот там я съел. Вот, видите? Там пробовал вдоль берега, нифига. Вот объехал тот бугор, вот так вот полностью. И вот здесь, с этой стороны, я выскочил на снег. О! Как вам такая техника? Это просто какой-то пипец. Абзац, я бы сказал. Ладно, пусть остывает. Я сниму лебедку. Сейчас там приберу и до дома. Надо жене позвонить. Все, во, видали? Что там в снегу все? А если, где ж там выскочишь? Хе-хе-хе, ну вылез. Слава Богу, вылез. Черт побери, это все-таки что-то. Еще до дома надо. Вот плохо, что там обмерзает, скорость плохо включает. А так все нормально. Ладно, пусть остывает. Сейчас будем все тут убирать. Вот, ребят, видите, аккумулятор там внутри, а я сюда вывел провода, чтобы крепить лебедку. Все. И вот помогает это. Да, лебедка, не лебедка бы, я не знаю. Да, была бы даже лебедка, я вон все проходил, ни разу не провалился. То есть я бы смог бы сделать и в тех сапогах. А без лебедки никак. Лед очень толстый, он все под мост, все забивает, ему не залезть просто. Ни на лед, ни на что. То есть условия попал такие, что вау, не разогнаться, ничего не сделать. Так что такие вот дела. Это все хотелки мои такие. Вот сейчас я тут поеду быстренько. Сейчас там окуней наломает. Да нахрен она нужна? Окуняйте. Хотелось, но не получилось. Ладно. Все, снимаю сейчас лебедку. Надо делать квадрат сюда и или вторую лебедку покупать, или я не знаю, что-то надо делать, чтобы воткнул и все. Потому что видите, сколько тут накуролесил. Хорошо, вот она тут есть. У нее вот эти вот кронштейны. Ну, сейчас эти кронштейны откручу, все, она снимется. Лебедка хорошая. Вот, ребят, если кому-то интересно, вот Т Макс 2500. Я так понимаю, 2,5 тонны. Ее хватает вполне, ребят. Вот такая вот лебедка.
выехали. Я и приехал. О, встречает. Ну что, вот такие у меня приключения. Не знаю, понравилось, ставьте лайки. Нет, дизлайки. Первый раз я снял такую фигню. Не бывает, вот так порубачил. Ладно, вот так никто не попадал. Всем удачи, пока.